Лечить зубы качественно, своевременно, а главное, без опасений должен каждый, уверен Андрей Воробьев. Для этого следует привести медицинские центры к единым современным стандартам. Мы видим, что пришло время для трансформации этой большой и очень важной службы. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 стоматологий привести в состояние, которое можем сегодня видеть в новых поликлиниках Домодедово и Мытищ. В Одинцовской областной больнице работает 51 профильный кабинет. По словам главного врача, штат стоматологов полностью укомплектован. Это 81 специалист. Они оказывают терапевтические, хирургические услуги, ведут ортопедический прием. С недавнего времени делают наркоз. Получили лицензию на лечение под наркозом взрослых. И уже эту помощь уже оказываем нашим жителям. Кроме того, мы получили лицензию на лечение детей и детскую стоматологию по адресу на Бирюзова, 3. И с 15 августа мы планируем тоже начать оказание этой помощи. Сейчас врачи учатся, обучаются именно даче наркоза детям, проходят курсы совершенствования. И, соответственно, мы будем лечить и детей, теперь уже и взрослых, под наркозом на территории нашего городского округа. Спрос на детский наркоз достаточно большой. Зачастую маленьких пациентов стоматологическое кресло не усадить. А порой для лечения требуется серьезное вмешательство. Задействованы, конечно, здесь и анестезиологи, и врачи, специалисты, стоматологи непосредственно, которые должны уметь работать с пациентами под наркозом. Поэтому это достаточно большой шаг для нашего округа. Все необходимое современное оборудование в Одинцовской больнице уже есть, в том числе цифровое КТ. Мы можем рассмотреть на компьютере в формате 3D. То есть многие скрытые какие-то каналы, можем увидеть их прям послойно нарезая, можно увидеть и правильно пролечить. Большая операционная позволяет проводить ортодонтические операции. Новые стандарты включают в себя и удобные места для ожидания, электронное табло и электронную запись. Такой подход создаст комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».